Сегодня президент Владимир Путин лично обратился к семьям погибших в авиакатастрофе, чтобы снова выразить искреннее сочувствие людям, потерявшим своих близких. Хочу еще раз выразить свои соболезнования близким, родственникам погибших. Это огромная трагедия, и, безусловно, мы и сердцем, и душой вместе с вами. Хочу поблагодарить петербуржцев за такую реакцию, которую видит вся страна, всех жителей России, за слова соболезнования и за сопереживание. В такие трагедии и в такие часы, безусловно, очень важно чувствовать плечо близких людей, сопереживание всей страны по поводу этой ужасной катастрофы. Эти слова прозвучали на встрече президента и главы Минтранса, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Максим Соколов сегодня вернулся из Египта и доложил Владимиру Путину о том, как идут поисковые работы. Как известно, это зона, в которой периодически происходят бои и столкновения между египетскими вооруженными силами и боевиками различных террористических группировок. Поэтому, работая на месте, прошу вас проявлять необходимую осторожность. Насколько я понял, египетские партнеры оказывают всяческое содействие в организации этой работы. Да, в том числе и с активным и масштабным участием вооруженных сил. Часть правительственной комиссии осталась работать на месте. Сегодня поисковые работы еще продолжаются. Будут идти так, как это необходимо для того, чтобы максимально собрать обломки и останки погибших в этой катастрофе. Мне вчера министр докладывал о ходе этих работ. Вам, как руководителю рабочей группы, хочу сказать, что эта работа, безусловно, должна продолжаться до тех пор, пока мы полностью не будем уверены в том, что этот этап завершен. И прекращать ее раньше времени, конечно, не следует по формальным соображения. Мы уже во взаимодействии с авиационными властями Египта приступили к расследованию. Черные ящики были найдены в первый день. Они получили незначительные деформации. И в ближайшее время, после прибытия всех сторон, которые требуются для проведения исследований, записи начнут расшифровываться. Социальные вопросы, безусловно, должны быть полностью решены и как можно быстрее в рамках действующего законодательства, действующего закона. Знаю, что многие субъекты Российской Федерации принимают дополнительные решения. Поддержите всех в этом стремлении. И максимальное внимание нужно, конечно, уделить семьям погибших. Есть, Владимир Владимирович, сделаем все возможное и, конечно же, окажем максимальное человеческое внимание всем, кто пострадал и чьи родственники погибли. Хорошо.